Всем привет! Меня зовут Ваня Васильев. Я хочу рассказать вам о предстоящем концерте группы «Камера Клара». Мы сыграем 21 февраля в клубе Social Club на Рубинштейна, прямо около Пяти Углов. Это будет концерт-презентация нашего первого диска, который мы записали в прошлом году. Хочется рассказать о каких-то вещах важных, которые я сегодня вдруг понял. Осознал, это был прекрасный опыт, но я с трудом нахожу слова для этого. Это очень сильное переживание, очень сильный опыт, который я сегодня прошел. Это великолепно. Я просто счастлив, что так произошло со мной. И, к счастью, это не наркотики. А вообще, я хочу вам рассказать об этом переживании. Я вдруг понял, что все в этом мире есть любовь, все, что нас окружает. И все, что мы делаем, даже когда мы причиняем другому боль, делаем какие-то вещи неправильно, несправедливо, это тоже есть любовь, это тоже попытки проявить свою любовь к окружающему миру. У меня есть возможность рассказать об этом через свою музыку, через свое творчество, через то, что я делаю. Благодаря моей музыке, благодаря моему творчеству, у меня есть возможность делиться с вами своими эмоциями, своими переживаниями. Это очень важно для меня. Иначе держать все это в себе невозможно. И я использую для этого музыку, свое творчество. Если бы я был писателем, я бы написал книгу. Но у меня есть только музыка. И только музыкой я могу вам рассказать о своих переживаниях. Ну а на концерте вы увидите все это вживую. Будет очень много сюрпризов. Приходите. Да пусть все будет, как будет. Какая разница? Концерты, не концерты. Придет народ, не придет народ. Да бог с ним уже. Все.